12 сентября в 8 часов вечера на базе школы-интернат номер 9 состоялись ночные учения с участием служб экстренного реагирования. По замыслу тренировок было предусмотрено проведение показательной эвакуации пострадавших из помещений в различных чрезвычайных ситуациях. Мы совместно со всеми службами экстренного реагирования проводили поэтапно ночную объектовую тренировку. Мы его проводим ежегодно, это не впервые мы здесь проводим с привлечением всех служб экстренного реагирования. Первым этапом была это эвакуация учащихся и персонала из здания общежития. Вот. В целом эвакуация прошла, можно сказать, на оценку хорошо, потому что все было слажено. Также спасателями был продемонстрирован не менее важный эпизод. Это эвакуация пострадавших из здания через оконные проемы с применением всех видов спасения, с использованием спецлестниц, горнолыжного оборудования, для которой нужна специальная альпинистская подготовка. Задача задействованных служб заключалась в оперативном реагировании на поступивший сигнал. В рамках учений специалистами МЧС была проведена эвакуация учащихся и рабочего персонала школы-интернат на безопасное расстояние. По мнению учителя ОБЖ Адама Арцаева, который наблюдал за всем процессом спасательных работ, с поставленной задачей все службы справились хорошо. Сегодня на базе нашего интерната проводились ночные учебно-тренировочные занятия на тему пожар, эвакуация и спасение пострадавших со второго этажа, с третьего этажа. Были подключены силы МЧС, спасательная бригада. Была оперативно приняли участие пожарная часть, газовая служба, электросети и все остальные службы. Значит, очень налажена прошла работа. Мы думаем, что отработали все службы от души, хорошо отработали, и все поставленные задачи были выполнены. В свою очередь, пожарный расчет четко и слаженно провел локализацию и тушение очага возгорания. По завершению всех запланированных мероприятий по эвакуации, директор школы-интернат выразил благодарность специалистам всех служб, отметив степень важности проведения подобных учений. Я хотел бы от руководства школы-интерната поблагодарить всех участников МЧС, Горгаз и пожарной службы. Работу провели отлично от нашего интерната, от воспитателей и детей. Хотим поблагодарить за такие учения. Это ответственная работа. В нашей школе действительно нужны такие учения, и чтобы ребята и воспитатели, чтобы знали, когда, как вести себя при чрезвычайных ситуациях. Зарема Хайбулаева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».